Дагестанский журналист, спортивный корреспондент телеканала ННТ Курбан Рагимов стал победителем всероссийского конкурса спортивной журналистики «Энергия побед». Торжественная церемония чествования победителей прошла накануне в Москве. Жюри высоко оценило фильм корреспондента ННТ про Абдурашида Садулаева. Работа под авторством Рагимова заняла первое место в номинации за лучший фильм-репортаж «Сюжет среди региональных СМИ». Организаторами мероприятия выступили Олимпийский комитет России и компания «Газпром». В этом году на суд жюри были представлены 357 работ из 64 регионов России и 11 стран ближнего и дальнего зарубежья.